упали. Тебе нравится? Я еду на Щелкунчика в Большой театр. Елка, конечно. Мне кажется, я готова расплакаться. Мы приехали. Пытаются снять дружную эстетику. Очень. Да вообще красота. Класс. Это в свой номер. Он очень даже аутентичный. Вот собака ведет себя хорошо. Попила, в туалет сходила, куда надо. Жизнь прекрасна. Я обожаю огромные кровати. Это хорошо. Уютно, что ли? Вот этот коврик мы убрали, потому что мы боимся, что собака может на него тоже сходить в туалет, потому что она приучена к коврикам. Мы идем на завтрак, тут какая-то зарядка шумит. Это какой-то... Кстати, похожий герой, ты видела? Нельзя согреться. Здесь есть харчевня, а здесь пирожковая. Но тут можно только на улице поесть, поэтому желающих не очень много. Сегодня не пустили на завтрак, но кажется, сюда мы все-таки заходим. Ребята выбирают себе настойки. Какой тут антураж. Где хотите? Спасибо большое. И это все наши старые гвардии. Субэт. Три. Меня показываешь? Что мы собрались, приехали, доехали. Нам принесли борщ. Красивой подачи. Сала уже почти не осталось. Принцесса сходит с ума. Я жду, пока Александр доест, и я передам ему и спокойно поем. Всем приятного аппетита. А еще нам предложили принести прыни воды. Да, это очень важно. И не принесли, правда? Не, принесли. В общем, мы очень вкусно поели. И даже смогли забронировать столик на вечер, потому что здесь вообще нет мест. Ребята хотят выпить еще настойку. Только мы вышли из харчевни, сразу сделаем заказ у пирожной. Мы заходили, было еще так светло, сейчас же так темно. Маш, мы ели с разных вилок. Оля болеет. Ну да. Деваться нет. Оля больна. Маша, кажется, теперь... Ну, я заболею, думаю, после поездки. Маш, какой заболел, только что болела. Ага. У тебя был ковид. Да. У меня был ковид. У меня до этого была ангина. У меня до этого был ковид. Я всем, чем можно, переболела, приехала, и тут все опять болеют. Итак, мы собираемся идти на каток, но мы не знаем, где каток. И поэтому мы идем на ресепшн спрашивать, где каток. И почему нам вчера сказали, что боулинг бесплатный? А сегодня спрашивают 800 рублей за час. С какой стати? Каток не залили. Идем в номер пить чай. Пошли в боулинг. Здесь не факт, что пускают с собаками. Поэтому мы стараемся не обращать на себя внимания. Белого цвета только не хватает. А вот белый наш. Вот наш белый цвет. Ну-ка вот так поставь-ка. Видишь, нам мы почти да. Триколор. Здесь еще есть бильярд, а там уже боулинг. Ботиночки. Валюшка. Так, я кидаю следующее. Первый месяц. А, у нас...
играет первый раз. Хорошо. И что значит бить? В итоге у меня 38 баллов. Мы снимали ТикТок и упали. Мы упали, девочки. И не снегу тоже. Друзья, мы играем в телепат, пока счет практически равный. Мы угадываем ответы друг друга. Зерах Саша, да. Да, класс. Объявляем результаты игры. 18 у меня, но я считаю, что это крутое число. Вот, это много, реально, много угадали. Так, потом идет на почетном, получается, четвертом месте Валя. Я? Хозяйка блога. Третье место у нас у Саши. Почетное третье место. Второе место занимает Мария. Первое место Ольга. Аплодисменты. Друзья, мы на завтраке. Завтрак закончился, сейчас я допиваю быстренько и мы уходим. Друзья, мы едем в Суздаль. Мы приехали, гуляем по такому дорогой. Погода, конечно, очень нелетная, если честно, но мы живем. Кремничка. Ну, мне кажется, ей нравится. Ага. Мы дошли до Кремля. Сейчас будем заходить. Выглядим очень заснеженно, хотя я старалась идти задом, чтобы на нас ничего не дуло, но приня снежная, я снежная. Нас не впустили в Кремль с собакой. И теперь мы на мини-ярмарке. Тут достаточно симпатично. Немножко макияж испорчен, но мы сейчас будем кататься. Ты делал далеко. Быстро ехали? Да. Круто. Один раз и есть все. Да. Тяжело подниматься. Да. Подниматься, да. А так прикольно, весело. Мы очень классно покатались и теперь едем обедать. Идем вернее. Такой эстетичный очень вход в ресторан. Внешний вид, конечно, без комментариев, но очень красивый ресторан. Входит в топ-50 вкусов России. Здесь очень красивый туалет. Очень все вкусно, кажется, конечно. Очень все вкусно. Щучьи икры прям обожаю. Вот это мое блюдо. Мы зашли в магазинчик. Здесь какие-то свечи очень красивые, мы их скорее всего очень понравилась вот эта овечка.
Сказочный отель. Сейчас идем по номерам, потом будем играть в игры вместе. Сейчас Прини побежим еще. Сегодня уже тоже там вышел народ. Играем. Опять мне кажется, что кружится моя голова, мой мармеладный пианикрофон. Попробуй лампу, попробуй джага-джага, попробуй Мы снова пошли на ужин в ресторан, который в нашем отеле. И нам уже миллион лет готовят блюда, я пришла в ручки. Мы едим. Ура! Время 7:35 утра. Мы собираем. Мы так рано выехали, потому что Оле надо на работу. И мы все решили ее поддержать, чтобы ей не надо было ехать на электричке одной. Он, она. Я еду на Щелкунчиков в Большой театр. Это вообще невероятно. Нам очень повезло, что нам удалось вообще выхватить билеты, что была такая возможность. Я еду с Ольгой, со своей подругой. И мы договорились встретиться в 13:30. Балет начинается в 14. Сейчас 12:55. Ехать 21 минуту. Вроде бы все по плану. Оказалось, что мы с моей подругой заходим вообще в разные входы. И мы, скорее всего, не увидимся до конца спектакля. Вот, кстати, мой лук. Мы нашлись. Мы пока сидим вместе, потому что мы надеемся, что вот это место рядом с Олей будет не занято, и сюда никто не придет, потому что было уже 3 звонка, никого нет. Поэтому я пока тут сижу. Но если что, я убегаю. Съели дорогой бутерброд. Даже немножко пофоткались. Но думаем еще пофоткаться после того, как все закончится. Если нас не закроют. Да, еще сейчас попробуем здесь вместе. Надеемся, что не выгонят. Мы сходили. Щелкунчик, восторг. Мы все впечатлили. Я собираю новогодние подарки в университет и хочу вам их тоже показать. Эту балерину на елочку я подарю своей подружке, которая на самом деле очень похожа на эту девочку. Мне кажется, ей очень понравится такой утонченный подарок. И это подарок для моей другой подружки. Я надеюсь, ей понравится аромат. А это подарок для подопечного в игре «Тайный Санта». Девочка попросила кружки и чай. Я нашла такой рождественский чай. Кружки с гномиками. Надеюсь, что ей понравится. Мне кажется, мне бы понравился такой подарок. Девочки. Еще сейчас буду собирать подарок для своей подруги. Елочка постояла сутки. Здесь все для ее украшения. Здесь пылесос от хвои. И сейчас мы будем разрезать ее. Я купила специальную подставку. Там вода. На самом деле, елки, пихты очень много пьют. И поэтому нужно постоянно подливать. Я решила купить живую елку, потому что мне не удалось найти что-то подходящее и хорошее по цене. Еще в подарок положили несколько веточек. Я их засунула в вазу, мне кажется, очень красиво. Но елка, конечно, вернее, это пихта, очень красивая. Ничего не скажешь, очень красивая. Пышная, вау. Мы придумали такую гениальную мысль приклеить батарейки на скотч. Вау, очень красиво получилось, очень красиво.
сейчас. Красота. Мы сегодня уезжаем и вернемся только 31 декабря, и поэтому, чтобы елка не засохла, мы запихнули ее в такой таз, но она в нем не держится, поэтому мы соорудили такой механизм. Гениально? Я думаю, да. Мы сейчас распаковываем такие настольные украшения. Здесь лежат все подарки. Эти уезжают со мной, а эти останутся здесь до 31 декабря. Сейчас мы внесем уже финальные штрихи. Здесь игрушки с прошлого года. Они также есть на другой елке, вон на той. Вот. Также у меня есть еще белая елка, вернее, розовая елка, украшенная белым. Такое. Такое. Вот, а это уже новые игрушки. Здесь одна лошадка, я вам покажу ее. Здесь целый набор. Мне очень нравится, что несмотря на то, что это набор, здесь есть интересные, например, мишка, машинка, варежки, а не просто шарики. И подарки, вот эти очень крутые. И здесь такой же, только красно-белый набор. Тоже подарки, домики, снеговики крутые, в общем, не просто шарики. Я сейчас наряжаю елку, но мне в моменте так нравится. Мне кажется, я готова расплакаться. Здесь просто каждая игрушка, мне кажется, отлично сочетается со всеми остальными. И это все вместе так круто выглядит. И я так рада, что она еще и живая. Единственное, что мне попалась одна игрушка, вот это без крючка. Но мне кажется, она себя тут вот прекрасно чувствует, я ее сюда посадила. Вот, ну в общем, я очень-очень счастлива, мне так нравится вообще. Нам пришлось уехать пораньше, потому что мы очень торопились. И в крайнем случае я донаряжу.